Пассажиры самолета компании Air Canada надолго запомнят свой полет. 35 человек рейса АС-33, летевшего из Ванкувера в Сидней, получили травмы после того, как лайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. Экипаж принял решение развернуть самолет и совершить экстренную посадку в Гонолулу на Гавайских островах. Там пострадавших осмотрели врачи. На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. Как сообщили представители перевозчика, тряска началась внезапно, примерно через 2 часа после того, как самолет пролетел над Гавайями. В результате инцидента 35 человек получили небольшие травмы. Представители Air Canada сообщили, что 30 человек были доставлены в больницу. Остальным пассажирам предоставили жилье. Как ожидается, они вылетят в Сидней сегодня вечером.